подводим итоги нашего прошедшего учебного года. Вот. И исполним в начале нашего концерта крупную форму, то есть сочинение, в котором много частей. Это будет сочинение Виктора Калинникова «10 детских песен». Вы знаете, что мы в течение года учили, да, в каждой четверти понемножку. И вот, наконец, к концу года доучили, у нас готовы все 10 песен. Мы для вас их исполним. Исполняются они, конечно, без перерыва, потому что это крупная форма. Слушайте внимательно. Ну, а ребята будут просто объявлять название каждой части. Попробуем. Для нас это тоже будет непростая задача, потому что мы впервые исполняем сочинение крупной формы. Так? Скок-поскок! Thank you.
Шурка. Thank you.
Красное небо. Thank you.
еще несколько сочинений. Это будут два произведения на стихи Пушкина. Гречников, румяный за мною, вот с вас. Дождик. Перейдем с момента.